Всем привет, с вами Прия. Сегодня поговорим о надвигающемся событии Стримфесте, который пройдет 21 апреля в Москве. Итак, что же нужно знать зрителям моего канала о надвигающемся событии? Во-первых, я являюсь участником. В роли участника я занимаю некоторую стримерскую платформу там, а именно вечером с 18 до 20 часов по московскому времени, местному. И что самое удивительное и, пожалуй, реально классное, так это то, что в текущий год сделана особая директория в играх Твича, посвященная стримфесту. 21 числа в субботу с 11 часов вы сможете наблюдать тут различные трансляции. Кто-то будет запускать с телефона, кто-то будет запускать уже конкретно со своего выделенного стримерского места. Конкретно стримерские места, которые будут запускаться на стационарных компьютерах, они поделены по времени между всеми участниками. Компьютеров много, участников много, поэтому кому-то перепало 4 часа, кому-то 2, кто-то вообще отказался. Мне перепало 2 часа, и я очень рад этому. К тому же, тот стационарный компьютер, что мы займем, он будет посвящен чисто Варкрафту. Это 3 человека. Это Антон Пассатиш, Михаил Анкл Бьерн и я, Максим Прия. Антон начнет, продолжит Михаил, и я уже закончу это торжественное шествие Warcraft Community. Да, будет весело. Что я буду делать эти 2 часа? Не знаю, скорее всего, просто общаться с вами. Да и все, пожалуй, это получается у меня лучше всего. Может быть, будут некие азы киберспорта. Все возможно, на самом деле, все зависит от моего желания. На сайте стримфеста можно ознакомиться абсолютно со всем, чем только вам интересно. Вход, само собой, платный. Мероприятие проводится, конечно, со спонсорами весьма хорошими, и о них, опять же, можно почитать во всех этих вкладках. Но каждый человек, входящий на это мероприятие, обязан купить билет. Либо общий с самого сайта, с основного, либо купленный от определенного участника. Билет, купленный от участника, во-первых, сам участник знает, какое количество людей придет к нему на это мероприятие. Во-вторых, это поддержка участника, так как участнику идет небольшая копеечка. Вот. Билеты растут с каждым днем. До 11 апреля обычный билет стоил 1000, премиум билет стоил 1800. Сейчас с 11 апреля обычный билет уже стоит 1200, премиум билет уже стоит 2000. Будет ли еще повышение цен? Скорее всего, да. Так что, если у вас есть желание, и вы живете в Москве, Московской области, то, конечно же, посетите это мероприятие, потому что оно проводится раз в год. Это, во-первых. Во-вторых, выделить 1000-1500 на такое дело в год, я не думаю, что это слишком большие деньги на самом-то деле. Подумайте для себя и продумайте это все со всех сторон, каких только возможно. В период с 19 числа, да, в период с 19 по 25 число меня не будет, поэтому стримов и YouTube деятельности от меня не ждите. Но Инстаграм явно будет пополняться различными интересными вещицами. Что сделано классно, так это то, что на странице участника стримфеста есть все ссылочки. Хотя я их и не особо-то давал, но все же. Twitch, ВК, YouTube и Инстаграм. Вот Инстаграм-то я точно не давал. А ВК-группу Twitch и YouTube, само собой, они публикуются людям, которые занимаются приглашением стримеров и публикуются непосредственно на сайт. Стримфест — это событие стримеров.
на которое попасть хочет каждый человек, который рано или поздно займется стримами. Желаю вам, чтобы рано или поздно эта мечта исполнилась, аналогично, как и у меня. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. Встретимся 21 числа. До скорого.